Продолжаем программу. Перспективы развития округа. Глава территории Сергей Петров накануне обсудил с представителями местных молодежных организаций. Встреча состоялась в творческом центре «Лифт». В ходе беседы обсудили важные темы о развитии округа. Промышленного потенциала, внутренней инфраструктуры, проблему миграции в городе и области и в целом то, как за последние 5 лет изменился Ангарск. Молодые люди смогли задать мэру различные вопросы. В частности, они касались реализации инвестиционных проектов и строительства парка для экстремальных видов спорта. У нас состоялась встреча в администрации города, на которой было обсуждено несколько вариантов площадки. Через некоторое время состоялась встреча уже на этих площадках. И по итогам, получается, было выявлено две более-менее подходящие, и из них мы уже выбрали одну, находящуюся в парке десятилетия Ангарска. И планируем работать уже дальше с ней. Как отметил Сергей Петров, в Ангарске также разрабатываются проекты по строительству аквапарка и пешеходного моста от набережной на остров Большой. От молодежи, в свою очередь, поступили предложения по благоустройству территории у центра «Лифт» и созданию на крыше здания небольшой парковой зоны.